Противотуберкулезное детское отделение, которое находится на Павла Кичкасе, единственное в области. Свободных коек нет. Сейчас здесь на лечении 61 человек. Врачи говорят, несмотря на кризис, финансирование остается прежним. Медикаментов хватает. Не ухудшилось и качество питания. Однако это все, чем помогает наше государство. Говорит заведующая детским противотуберкулезным отделением. Треть пациентов из неблагополучных семей. Некоторые из них при поступлении не имеют даже элементарных средств личной гигиены. Зубная щетка, паста, мыло, мочалка, даже вот эти элементарные вещи, да, у большинства из них нет. С подарками к детям, больным туберкулезом, представители общественной организации «Славянская гвардия» наведываются уже не в первый раз. Сегодня они привезли самые необходимые гигиенические принадлежности. Памперсы, стиральный порошок, мыло, зубная паста и щетки. Все по списку, говорят врачи. Сегодняшний визит Славянской гвардии в детское отделение областного тубдиспансера – это часть большой программы, имеющей название «Остановим детский туберкулез». Основная цель этой акции «Остановим детский туберкулез» – как раз остановить эту проблему или хотя бы улучшить то состояние дел, которое мы на сегодняшний день имеем. Поэтому она состоит из нескольких программ. Это реальная помощь больным детям, это покупка лекарств, закупка медикаментов, всевозможных моющих средств, то есть и средств гигиены. Визит к детям совпал с пасхальной неделей, потому среди подарков были и пасхи с крашенными яйцами, которые сразу же раздали детям. По словам врачей, гигиенических принадлежностей, которые сегодня привезли, хватит как минимум на 4 месяца.